Сыктывкарские любители здорового образа жизни облюбовали набережную в Кировском парке. Здесь городской беговой клуб организовал для всех желающих тренировки под открытым небом. Все как в обычном фитнес-зале. Команда инструктора, энергичная музыка, но главное – бесплатно. На самом деле все узнали по сарафанному радио, то есть из тех, кто имеет отношение к клубу, это как раз только тренера и организаторы, у нас их здесь 4 человека. Остальные все через соцсети по сарафанному радио друг другу передают информацию. Одно такое занятие собирает больше 20 сыктывкарцев. За этот беговой сезон любители тренировок под открытым небом уже преодолели сотни километров.